1 января 2022 года. Олежка пал. Любовь Деда Мороза или Санта-Клауса. И выпал снег. Все это надувное от ветра колышется. Вон еще, смотрите, что там, Северный полюс. Олени, Санта-Клаус, подарки. Очень красиво сделано. Ну, от ветра это создает ощущение, что это все живое, что это все двигается. И вон проектор стоит на стенке. Ну и дорожки, как всегда, возле дома не прочищены, потому что чтобы этим занимались, нужно либо человека найти. Сейчас минималка по штату это $15 в час. За $15 в час кто тут работать будет, лопатой мести снег. Поэтому это делают сами хозяева. Ну, собственно, вон еще композиция. Ага, и прямо входа в дом. Очень красиво.